В региональном Минздраве начали проверку после жуткой истории из Магнитогорска. Жители одной из многоэтажек заявили, что врачи скорой помощи выбросили пациента. Говорят, старику стало плохо, и ему вызвали медиков. Но через какое-то время обнаружили дедушку вот в таком положении под окнами многоэтажки. Люди говорят, врачи вернули его сюда из больницы. Впрочем, в Минздраве выяснили, дедушка в госпитализации не нуждался. Но в медучреждении его помыли, накормили и отвезли на машине до дома. Медработник довел его до квартиры. Как он оказался на улице, выясняется.